Иосиф Бродский писал о Пушкине: «Ничто не имело более великих последствий для русской литературы, русского языка, чем эта продлившаяся 37 лет жизнь. Короткая, но гениальная, более 800 произведений, каждое из которых – шедевр мировой литературы». Попытаюсь прочитать стихотворение Пушкина «Гусар». «Скребнется и чистил он коня, а сам ворчал, сердясь не в меру. Занес же вражий дух меня на распроклятую квартиру». Акцию «Курск читает Пушкина» поддержали и юные куряне. Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? Высокий телем. На крыльце стоит его старуха, дорогой собольей душегрейки. Официальных документов о пребывании Пушкина в Курске нет, но в его честь названы улица, драматический театр и установлен памятник великому поэту. Бюсты и статуи Пушкина можно увидеть более чем в 40 странах. Его произведения переведены на все языки мира. На сказках воспитано не одно поколение и не только российских детей. Обыкновенный гений, создатель современного русского языка. Наше все. Чудесные мгновения встречи с поэзией и прозой Пушкина пережили Ксения Дегтярева и Сергей Малеев. События дня.